Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Кто не знает, меня зовут Дарина, я практикующий психолог, и я делаю обзор на лирику ваших любимых песен, а также мы вместе с вами смотрим интервью и передачи. Сегодня слушаем Taehyung, это V из группы BTS, песня называется Sweet Night, и я так понимаю, это саундтрек к кинофильму или, возможно, к сериалу. Напишите, пожалуйста, более подробно, кто знает, в комментариях. Ну что ж, давайте начнем, у нас есть русские субтитры, и все подробности будут позже. On my pillow can get me tired. Sharing my fragile truth that I still to turn. It's open 'cause the window. Красивая песня, красивая и очень трогательная, да, там идет сопровождение еще второго женского голоса, и это невероятно красиво подчеркивает сам голос Taehyung. Песня крайне запоминающаяся, и прям, мне кажется, я надеюсь, что это, сериал соответствует, да, этим словам, наверняка там разворачивается именно такая история, и что хочется отметить. А как мне кажется, что как раз-таки крепкие отношения, семейные, супружеские, строятся прежде всего на дружбе. И очень часто мы можем наблюдать с вами картину, когда вроде как бурная страсть, да, которая основывается чаще всего на вот именно гормонах,
она очень быстро заканчивается, и люди начинают сталкиваться со своей теневой стороной, знакомиться уже как личности, и зачастую возникают такие непреодолимые препятствия, что люди не могут никак сохранить эти отношения. Поэтому, возможно, гораздо мудрее, да, или как бы даже практичнее сначала подружиться с человеком. И здесь такие были прекрасные строчки, что ты мой лучший друг, да, и, возможно, я понимаю, что я перехожу этот барьер. Ну, конечно же, бывает и другая сторона этой медали, что порой мы не хотим терять друга, да, и хотим оставить именно дружбу на том же уровне, особенно если вот дружба между мужчиной и женщиной. Кстати, этот бесконечный вопрос, существует ли дружба между мужчиной и женщиной. Эта тема, кстати, требует большого развернутого ответа, поэтому не буду сейчас ее затрагивать. Но, кстати, мне очень интересно именно ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Тем более песня как раз-таки, и я так думаю, сериал, фильм тоже об этом, на эту же тему был и снят. Вот, ну, я и хочу договорить, что самое главное, основное ядро, центр между партнерами – это как раз-таки дружба. То есть очень ценное что-то должно объединять двух людей. Потому что, естественно, мы не можем быть сиамскими близнецами и абсолютно сливаться. Более того, это не гармонично, это очень деструктивно и опасно для пары. Когда идет слияние, то по определению могут возникнуть огромное количество конфликтов, так как один партнер будет подавлять второго. А вот когда есть уважение, да, вот эта доброта по отношению друг к другу, умение ценить мнение, именно строится все на уважение, то тогда у пары есть прекрасная возможность построить очень гармоничные, счастливые, долгие отношения. Поэтому дружба – это прекрасный показатель. Очень многие семейные пары начинали или именно как раз-таки с дружбы. Вот. Ну что же, ребята, пишите свои мнения, как вы думаете, что можно построить, возможно ли перейти этот барьер, да, и на основании дружбы создать крепкую любовь, либо же наоборот, кто-то, может быть, считает, что без любви, без этой бешеной там страсти невозможно построить отношения. В общем, мы все очень разные, да, мнений очень много, и все имеют место быть. А на сегодня я с вами прощаюсь, спасибо за совместный просмотр, прощаюсь до нового видео, пока-пока!